Девочки, всем привет! Вы на канале Пиратская жизнь. Да. Слушайте-ка, мы тут купили вот такую вот штучку. Купили подарок. Да. Вот, смотрите предыдущий выпуск. Вот, купили телефон Samsung. Да. Мы сейчас идем это дело отмечать. Мы идем наверх. Выше нам надо, Вова. Первого выше. Мы сейчас пойдем на фудкорт. Все деньги, короче, промотали. Вот, все деньги промотали. Сейчас пойдем. Покушаем на фудкорте, там, в принципе, очень хорошо готовят. А снизу сегодня есть ярмарка еды. Там, конечно, очень много всего, но, честно, глаза разбегаются. Но хочется поесть спокойно. Супчик там туда-сюда, что-нибудь такого вот. Там очень много всяких снеков таких вот, но хочется вот именно тут. Так что мы сейчас идем кушать, Пойдемте вместе с нами. И отметим заодно немножечко это дело. Ну, этот фудкорт. Заходишь туда и попадаешь в рай еды. Ням-ням-ням-ням-ням. И все, что тебе остается, это только выбрать, что ты сегодня будешь кушать. Короче, тут том-ям, знаю. Вон там есть очень вкусные стейки. Ням-ням-ням-ням-ням. Народу сегодня. Тьма тьмушкая. А, ну давай сначала супу. Я супу хочу, супу и сом-тама. Сом-тама и супу. Что тут? Выбираем. Шикарное место, у нее здесь народу всегда полно. По 40 бат, стейки отличные. Там есть рыба, есть курица. А, кстати, вот уже барбекю. А это барбекю. Барбстейк. Сейчас мы тратим 80. Да. Там сколько это? Красота. 300, 400 мы закинем. 426. Гуляем на 400. На 600 рублей. Ой, а кто это у нас там бегает? Ой, ужин. Обед, мясо. Тебе как, закинуть, как это, приправу? Пожарить. Это лук. Ну да. Не, кстати, здесь цены хорошие, 40-30. Ну что, смотрите, что у нас сегодня на обед. Крем-суп, вот такой взяла куриный. Вова на какой-то крем-суп томатный, что-то мне цвет не очень впечатляет. Ну, как будто, знаешь, как молочный, только с томатом еще добавление. Так, взяла вот такой вот сиафуд-салат. Такой сиафуд, так выглядит. У меня какой-то корейский стейк. Вот такой вот, смотрите, с картошечкой. Сом-там. Вован вот такой вот. Еще кофе взяли. Давайте кушать. Ну что? Ну что, давайте зафиксируем. Давай. Да, в общем, у нас это, играем в шашечки. Играем в шашечки. У нас, вот видите, все расставлено. В пятнашки играем. Да, в пятнашки у нас. Весь стол заставлен едой. Вован вот здесь вот стейк. Здесь по салатику, по супчику. Короче, обед из трех блюд. Каждому. Да? И кофе, кстати, очень вкусный. Кофе, кстати, самый вкусный, который я брала. Чего? Салфетку? А нет. Я все вижу. Вот телефон лежит. Вот сумка. Все нормально. У меня просто телефон как этот. Как этот. Роутер сейчас раздают. Красота. Все, вот он у меня лежит. Так, все, пробую тоже свой суп. Крем-суп. Почему-то у них крем-суп всегда похож на какую-то манную кашу. Как у тебя? Что-то чувствуется такое томатное, но слабенько. Попробуй у меня куриный, кстати, нормальный. Он здесь даже с курицей. Что-то я не захотела сегодня вот эту бодейку Том-Ха. Решила сегодня без него. Кстати, смотри, сколько мне курицы накидали. Взяла бодейку другого. Да, куриного тоже. Что вкусно? И за все мы отдали, сколько там было, 36? 300... 370 бат, скажем. В общем, вот за весь вот этот стол, все, что я вам показала, 370 бат. Сейчас уже курс вырос, 1,65. Умножайте, вот тогда получится нам в рублях. Я считаю, копейки. А еще себе фуд-салат с креветками, с кальмаром. Правда, я представляла, что он будет с этим, с лапшичкой такой. Здесь, видишь, с луком там туда-сюда. Ты все-таки нашла его, да? Да. Я как раз где вот этот брала. Там же это есть. Мой, правда, кстати, здесь креветки. Но это типа креветка. На самом деле это не креветка, это имитация. Крабовая палочка. Я просто хотела попробовать.
Кстати, что мне нравится? Хлеб. Суп с хлебушком. С гренкой. Да. Ну, ты себе можешь представить? Вот, по сути, это сколько? Ну, 600 рублей. Вот это, вот это вся, вот это, здесь весь стол заставлен, каждому по три блюда. Суп, второе, салат. Еще и кофе, хороший, кстати. 600 рублей. Это такое выражение дешево и сердито. Это как обед комплексный. У нас нигде так на 600 рублей не наешься. Суп твой 40, мой 35. Вот этот сом там стоит, по-моему, 40. Вот этот, нет, 35 вот этот стоит. Вот этот стоит 48. На рынке, конечно, порция большая, но... А вот эти стейки по 40 бат. Стейк мяса, представляете? Стейк мяса 40 бат. В общем, кто собирается в Таиланд, старайтесь брать жилье рядом с терминалом. И будет вам счастье. Большое. А еще здесь постоянно проводятся всякие вот фестивали. Не только. Угу. Короче, нормально, да? А может, ты так чуть-чуть берешь? Так. Сейчас обожремся, как всегда. Не знаю, по таким ценам у меня просто сносит башню. Ты идешь, смотришь, и ты этого хочешь, и того хочешь. Всего и сразу. Кстати, видишь, это с красным луком. Он, кстати, обжарил немножко эти морепродукты. Даже креветки есть. Не знаю, кто-то мне говорил, сиафуд салат, обычные морепродукты с соусом. О, ничего необычного. Это вообще тема. А то мы что-то вчера так бомжевали маленько. Хотя, с другой стороны, Вова, это тоже опыт. Понимаешь? Нужно попробовать все. Правильно? Вот так вот застрянешь в отеле, тоже будешь знать. Но в ресторанчик все равно надо сходить. Я хочу в краб. Спасибо. И мне свобода. Причем, знаете, здесь народу тьма тьмущая. Мы сейчас стояли в очереди, чтобы закинуть деньги на карточку. Тут две очереди, человек, наверное, по 10. Мне кажется, все быстро делают, но я к тому, что очень много народу. Хотя снизу, кстати, фестиваль, да? И сколько здесь людей, что они и тут, и там, и сям. Он мне пробует и несут домой. Ну да. Ну, то есть там как неудобно есть. А здесь вот именно ешь как дома. То есть ты взял, тебе прям приготовили. Интересно, чем они загущают этот суп? Мне кажется, мукой. Вообще, конечно, крем-суп так не делают. Они делают, по сути, когда? На молоке, таком подгущенном, да? И просто добавляют курицу. Нет, а вообще крем-суп делается. Ну да. А вообще крем-суп как делается? То есть варится суп, а потом пробивается блендером. Вот тогда вот это действительно крем-суп. А у них какая-то, знаете, пародия на этот крем-суп. Уже, кстати, не первый раз. Все-таки пока мы здесь, лучше брать всякие том-ямы. Да, Боб?
и нормальные супы. Я хотела какую-нибудь лапшичку, а вот лапшички не было. Не всегда находят у них, то ведь европейские блюда. Причем, кстати, я вот это взяла, прямо там написано, европейская еда, European food. Нет, конечно, съедобно, вкусно. Настоящий крем-суп немножко по-другому делается. Ну да. Ложку убери. Что? Я поставлю. Чтобы убрать. И как-нибудь бы вот поднять бы, в общем. Ну ладно. Сиди, давай. Все. Давай. Тихо. Так, Пизанскую башню нашу не нарушать. Так, о. Взяла себе какой-то корейский стейк. Вован взял себе с черным перцем. Black pepper. Барбекю стейк. Так. По-моему, одно и то же. Дай попробовать немножко сейфуд. Нормальный, кстати? Вот ты тоже мой бери ешь. Вот как раз креветочками закидали. Самый вкусный. Он острый. На рынке. Мы здесь так в шашки играем. Да? И вставляем в кубики. С кинзой. Это да. Ну, здесь очень всякие морепродукты. Вон, кальмар. Впрочем. Мне нравится то, что здесь лук. Креветки есть? Да. Это палочка. Не, просто я знаю, я видела у ребят такой салат, только он еще с этим, с фунчозой идет. Что-то я где спрашивала, что-то нигде что-то не делают. А на рынке? Ну, давай. Ну, в прошлый раз я ее спрашивала, не было. А, тебя не поняла. Ну, кстати, тепленький так. Ну, честно, если бы я здесь рядом жила, я бы дома вообще не готовила. Понимаю. Мне так нравится, вот их, понимаешь, вот мы сидим с камерой, вот девочка ходит, убирается, салфеточки разносит. Она подошла, поставила салфетницу, она даже не взглянула на эту камеру, ей вообще пофигу. Здесь настолько много людей всяких разных, да, вот эта толерантность, вот это развито, что они вот прям вообще свободно к этому относятся. Мяско. Оно не какое-то, знаешь, поджаренное уже, по-моему, да? Оно как будто подогревает. По-корейски. Ой, из Москвы меня начинают наяривать. Что хотят, непонятно. Кстати, если вам сюда звонят, имейте в виду, если вы возьмете трубку, то... Оплачиваете и вы, да. И тот, кто звонит. Да. И вы, кстати, очень много оплатите. Я помню, мы где-то, не знаю, в Турции, что ли, взяла телефон, в Египте, по-моему. Взяла телефон, и все, капец. Мне сразу все деньги списались. 300 рублей. Причем там сразу положили трубку. Помнишь? Там как прозвон просто был. Я взяла трубку. У меня сразу деньги стоят. Во, помоги порвать, а? На, это тебе. Потому что я тебе вчера была должна мясо.
Слушай, видишь, все. Мясо тебе вернулось. Да-да-да. Теперь дальше помоги рвать. Это же будет не тебе. Ну, как-то режет, но не дорезает немножко. Да, вкусовый. О, все. Все, спасибо. Выкручиваем. У меня так прям ел. А не знаю, в чем разница. Корейский, не корейский. По-моему, одинаково. По крайней мере, стейк одинаковый. Изначально был. Может, специи немножко другие. У меня, кстати, выскочила простуда на губе. Я прям чувствую ее. Йодом ее. Надо, да, прижечь. Тогда я буду ходить с губой разбухшей. У меня здесь на губе. Сверху. Кондиционер. Ага. Мы сегодня спали, вообще кондиционер не выключали. Вообще. Сейчас жарко. Мы включили какой-то экономный режим. Чуть-чуть поддувает. И ладно. Ну, чтобы я себе тот взяла. Короче, вот этот вот салат, по крайней мере, тут, я не советую. Он там вкуснее. Он остренький. Вот этот с луком попробуй. Здесь лук и кинза. На тебе, с кальмарами. Нет. Пойдем сейчас еще по торговому центру, пошарахаемся. Может, где-то посидим. Есть что? Я просто так хотела есть. Не знаю, я прям накинулась на еду. Что-то здесь находилась, напробовалась. Что-то здесь походили, там походили. О, мне голова круг. Помоги. Ты захотела. Да, помоги оторвать. Сейчас где-нибудь посидим, поболтаем. Та-дам, спасибо. Это. С креветочками такой даже, да? И вот это имитация креветки. Крабовые палочки. Сурими. Кальмар вкусный. Да. С кинзой. Сейчас пойдем обследуем на предмет Фина. Мы хотели Фин найти. Вообще существует, не существует, надо, не надо. Дай. Ну что, наелся? А то вчера и страдался, бедненький, не покормили его. Да-да-да. Я вам предлагаю сейчас пойти и взять сегодня с собой. На обратном пути. Ну, только накачки кинуть опять. Ты посмотри, этот есть завтра дождь, нету? Если нет, то есть. Поедем с Денисом. Просто с Денисом там 8:30. Он сказал, нас 8:30 могут забрать. Да. Блин, я честно не хочу 8:30. На самом деле.
А, здравствуйте еще раз. Да? Завтра уезжает, послезавтра улетать, как вы хотите. Давай. Улетали, кажется, а вы какой, кстати, отель взяли? Отель какой? Вангамат Приволжский. Вангамат? Вангамат Приволжский. А, хороший вообще? Ну, знаете, ну, плохой. Раньше, например, там было дорого. Номера стоили от 2000 бат. Сейчас, вот сейчас, отель полупустой. Иностранцы в основном бронируют, как комнаты снимают. Ну, 400, за 400, 450. Мы просто думаем, надо это... А, 400 бат? Да, 400. С завтраком или без? Нет, без питания. Они как главное... Но если вы живете рядом с терминалом, какой завтрак? Да? Я люблю север. Какие у вас Мы что-то все Джамтьен, но я думаю, знаете... Я знаю, что вы любите Джамтьена. А что-то я разочаровалась. Мы пару раз там пожили. После этого мы пожили пару раз в центре. И больше я в центре точно никогда жить не буду. В индусском квартале. И вот я последний раз жила, уже лет, наверное, 7-8, но мы живем это... А у вас там пляж далеко? 400 метров. Нормально чистенький? Да, но Вангамат считается самый чистый пляж. Да, хороший, я бы думаю, может быть, мы в следующий раз на Вангамат. Я ходила, красивый пляж, сколько варанов встретила утром, огромного, 2-метрового. Просто, знаете, из нашего красивого, так сказать... Кондика. Кондика? Сюда ехать через полгорода. Самый край. Вот я поэтому люблю, что здесь у меня рядом центр. Да? Здесь рядом, пожалуйста, мне хочешь? В этот самый, это Прозит, пожалуйста, поехать. Хочешь, тут я дошла пешком, 7 минут шла. Все массажки здесь рядом. Ну, мне нравится. Надо в следующий раз попробовать Вангамат. Плюс здесь рядом торговые центры, там все. Торговый? А вот какой отель открыли. Вот отель какой. А-а-а. Они узнавали тебя цены? Узнавали. Мы хотели там... И сколько снять? От 7500 бат. За ночь? Но не было. Но свободных не было. Мы день рождения хотели там отметить. А-а-а. Там, говорят, такие шведские столы. А-а-а. Там, говорят, шоколадные фонтаны. А мы в этом, я отмечала в этом. В Эйджи. В Хилтоне. Там тоже шоколадные фонтаны. Я знаю. Ну, вы в Хилтоне. А это их новый такой. Там такой Discovery. Там такое все вообще. Все. От 7500 там. Ночь, да, получается? Бат. Нормально. Бат. И он всегда заполнен 100%. А у меня окна выходят как раз на него. Окна. Так, еще раз, как отель называется? Ваш. Вангамат Приволжский. Вангамат Приволжский. Да, Вангамат Приволжский. Там... Слушайте, а вы там Кольдик, Ривьера, Вангамат. Он далеко там? Рядом. Рядом? Я там знакомая. Квартиру купила. Хорошая? Квартира? Да. Была до пандемии хорошая. А сейчас она специально ремонт снимает штукатурку, лепнину. Лепнину? Только богато он. Текстиль весь выбросил. Мы вот были в этом как раз, знаете, вот в этом, в отеле, в Акве, да. И там, знаете, там вот везде плесень черная, вот, прям вот черная это, плесень. Потому что 2 года отели не эксплуатировались, 2 года. Мы здесь вот пандемию как застряли, и она, мы в Саншае здесь вот жили, и она. И вот мы не могли долго выехать. Потом выехали, и 2 года она не могла сюда приехать. Ни сдать, ни проветрить, ничего. И вот она этим летом приехала. Влетела к арбентакину. Бабки, а? Да. Да, важность большая, да. Так, это вот нашу эту зрительницу встретили еще раз. Опять в прямом эфире. Да, опять в прямом эфире, да. Ладно, сейчас мы поболтаем и потом продолжим. Ребята, мы тут сейчас посидели. Полчаса, наверное, сидели, болтали с нашей зрительницей. Вот, слушайте, так она нас сильно вдохновила, знаете, вот именно пожить на Вангамате. То есть я рассказала, что здесь, как, какие отели, где чего находится. Даже, говорит, пляжи здесь намного лучше, чем Джамтьен. Что-то я разочаровалась, на самом деле, в Джамтьене. Вот, и мы с Вовчиком решили, либо в этот раз останемся, либо, может быть, в следующий раз мы попробуем на Вангамате. Нет, нужно все подрасчитать и плюс лекарства. Ну да. Так, мы, короче, все доедаем, допиваем и пошли. Чего? Мы все съели. Ну, практически. У меня салат не доедем. Лук. Все доедаем. Если ты хочешь брать здесь, то уже поздно. Что, прямо сейчас надо брать, да? Да. И если ты сейчас будешь брать, то уже ехать домой. Как либо это? На ночном рынке брать. Короче, всем любим, всем целуем. Увидимся в следующих выпусках. Обязательно на нас подписывайтесь. Общайтесь с нами. Всем хорошего настроения. Пока-пока.